Коммунальное предприятие «Одесфарм» получило трехслойные или трехшаровые маски. Каждая маска идет в упаковке по 50 штук. Значит, маски соответствуют законодательству Украины. И каждая поставка масок, которая сопровождается документами, это вывод государственной санитарной эпидемиологической экспертизы и декларации по соответствию изделия медицинского назначения. Маска отвечает требованиям законодательства Украины. Скажите, а кто поставщик? Разные поставщики, потому что сегодня больше 2-3 тысяч масок, которые имеют официальные документы, закупить невозможно. То есть по одной цене у разных поставщиков? Это у разного поставщика сегодня вот такая вот цена. И коммунальное предприятие «Одесфарм» без наценки эти маски по той цене, по которой мы закупили эти маски, по этой же цене и на рынке сегодня, если кто-то найдет, пожалуйста, обращайтесь в наше коммунальное предприятие «Одесфарм», если найдете дешевле, мы их сразу без наценки поставим, если у них будут соответствующие документы, поставим в продажу в сеть аптек. Мы только сами заинтересованы в этом.